Всем привет, с вами я, Вотишевский, и сейчас я хотел бы сделать сравнение Xiaomi Redmi Note 3 Pro против Meizu M3 Note в скорости запуска приложений. Так как синтетические тесты — это круто, 41-48 тысяч в зависимости от модификации Meizu M3 Note, Xiaomi выдает поболее 75 тысяч, но так ли это круто на самом деле, мы сейчас узнаем. Я буду запускать каждое приложение по очереди, потом сделаю круг и потом еще раз запущу эти приложения. Для того, чтобы все было четко, мы очистим все приложения, которые были запущены, чтобы у нас ничего не было. И давайте начнем тест. Итак, результат 2 минуты 57 секунд. Первый этап 2 минуты 23 секунды и здесь 2 минуты 57. Итак, друзья, результаты. Это полный провал Meizu. Реально полный булшит. Приложения еле-еле запускались. Не спорю, что и я немного даже подтормозил из-за того, что эта кнопочка механическая, не сенсорная. Ну пусть я натормозил на каждом круге по 5 секунд. Ну точно не, блин, разница 2 минуты 57 секунд и 7 минут 18 секунд. Первый круг 2 минуты 23 секунды. Первый круг 3 минуты 53. Реально очень и очень долго, очень-очень медленно. Сразу же смартфон перегрелся. Очень все просто ужасно. Особенно касающихся заново перезапускаемых приложений. В частности, вот сейчас. Видите, я нажал на World of Tanks. И он грузится, и он заново перезагружается. Хотя его с кэша я не чистил. А давайте посмотрим World of Tanks здесь, будет ли на данном этапе сейчас. И, как мы видим, тоже перезагрузился. Но быстрее, значительно быстрее. Вот, о чем я? О том, что, смотрите, я запустил позже и запустился World of Tanks раньше, нежели на Meizu. Это большая печалька и это реально отстойно. Лично я считаю, что это полный провал. И несмотря на то, что я симпатизирую Meizu, но тут, знаете, как бы против фактов не попрешь. На этом я буду заканчивать свое видео. Напоминаю, что обзоры вы можете посмотреть по ссылке в описании. Где купить оба аппарата, вы также можете найти по ссылке в описании. И также хочу отметить то, что есть еще и тест игр этих двух девайсов, как идут игры. И есть еще кое-какие полезные ссылки в описании. Смотрите, подписывайтесь на мои социальные сети. Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте, на группу ВКонтакте. С вами был я, Вова Тишевский. Пишите, что вы думаете насчет этого провала. Ну и всем пока. До скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.